Всем привет! Сегодня я научу вас, как взорвать ваши ноги. Поверьте мне, какая бы ни была у вас генетика, какие бы у вас ни были прыщавые ноги, это упражнение просто взорвет вас. Сразу предупрежу, если вы отнимались меньше 1,5-2 лет, не стоит выполнять это движение. Работать мы будем сегодня в жиме ногами. Это отличный станок. Почему? Вы поймете. Принцип сегодняшней тренировки такой. Вешаем по 1 длину с каждой стороны и выполняем 10 повторений. После вешаем по 2 блина, 20 повторений. Потом по 3 блина, 30 повторений. Думаю, вы поняли систему. Это очень сложная тренировка, она взрывает просто, сумасшедшая накачка. Называется лесенка. Я ее подсмотрел у американских качков. Поэтому, если вы думаете, что это все, нет. Вы выполняете такое количество повторений, накидывая блины, пока можете. Как только вы остановились, лестница опускается. Идем в обратном порядке. К примеру, если вы смогли сделать по 5 блинов с каждой стороны на 50 раз, то следующее опускание идет опять-таки. Снимаем по блину. 4 блина с каждой стороны 40 раз и доходим до 1 блина. Это очень сложно, но смотрим, насколько это получится у нас. Забывайте о технике упражнений. Сейчас накинем по 2 блина. Два 20 легко. Тяжело. Уже все горит. 44. Дальше не пойду сегодня. Сейчас пойдем на спад. Ребята, что это настолько тяжело, стал плохо слышать, кровь из жопы долбанула в голову, реально тяжело. Это не кровь, хочу тебя огорчить. Фу, вот такая
незатейливая тренировочка, дошел до 40 носов, до 4 блинов на 40 раз, пошел вниз обратно, 30. Два на 20. Но это уже для бабушки. Ну, для сильных бабушек. Фу. Очень тяжелая, скажу вам, тренировка. Если грамотно подходить, ягодицы вообще не работают. Работает передняя поверхность бедра. Очень хорошо чувствую. Фу. Советую вам делать такую тренировку не чаще, чем раз в 6 недель. Будьте очень осторожны, когда встаете из тренажера, особенно когда вес уже будет большой и много повторений. Реально можно потерять сознание. Очень сильно бьет кровь в голову, кружится голова. Всем пока!